Всем привет, продолжаем играть в Властелин колец, битва воинств. Так, в общем-то, вчера, 3 числа, посмотрели мы первые две серии сериала. Вот что я могу сказать. Ух, ребята, ждет вас видеоролик скоро, в котором я все выскажу, разберу по кадрам. Это будет со спойлерами, сразу хочу предупредить. Но я просто обязан по этому шедевру сделать свой обзор и мнение, тем более, когда я остыл уже, ну, как бы, спустя несколько часов, немножко другое, скажем так, мнение сформировалось. Вот, я просто обязан вам его рассказать. Так, тут, в общем-то, я продолжаю развиваться. Вроде бы все нормально, блин, все никак рейды не сделаю. Да, надо 5 монстров победить. Ну и ладно, что у нас в магазине? Переезд есть? Переезд есть, отлично. Беру сразу. Понятное дело, он мне нужен. Давайте покрутим. Вот, можно вот так назвать, кстати, сериал. Анекдоты Средиземья. Совет Элронда, кстати, что у нас тут? Ну я его крутить не буду, понятное дело. Галадриэль, Элронд, ага. Понятно. Понятно. Кстати, Галадриэль и Элронд. Теперь отсылки будут кругом. Ну ладно. Бесплатно. Крестик дали на фокус. Ладно. Он нужен был мне раньше, когда я Гэндальфом Белым. Но у меня он и был, собственно. А сейчас... А я не знаю даже, что с ним делать. У меня фиолетовое оружие. Ну, еще один собирать комплект. То есть у меня больше, чем надо фиолетовых пушек. Ну, как бы раз, вот этот меч вообще не используется, по сути. То есть лук, боевой молот. Раз, два. То есть раз, два, три, четыре. Четыре пушки, пятая лишняя уже. Ну, как бы, да, вот так. А, кстати, знаете, что я еще хотел сделать? Тут же у нас мобы появились, 25-е, да? Я могу вот так вот сделать. А ну-ка сюда, стражи цитадели. Сейчас мы посмотрим. Надо казарму запомнить, сколько у меня тут солдат. Ну, как бы 1000, 1600. 1600 тоже. И этих 900, да. Ну, короче, мы сейчас посмотрим, кого сколько придет. Мне прям интересно. Я специально очки... талантов решил сохранить, забрать 25-х мобов. Можно будет еще стражи цитадели забрать, но это уже завтра. Это если и будет, то завтра. Нормально, так Т3 юниты. Так, давайте прочекаем. Не изменилось, не изменилось. Пришли рыцари. У меня было 4, стало 379. Угу. И 1500. 1500 стражи цитадели пришли. Воу. Неплохо. Надо признать, неплохо. 1,5 косаря. Выгодная сделка довольно-таки. Так, ну я обновлю еще за 200. Конечно же, мне интересно. Так, вот неплохая кузница есть. Раз... Это Арвен, неинтересно. Гимли. И Двалин. Ну, такое себе, конечно. Давайте, хоббицы. Выкуйте мне что-нибудь хорошее. Да ядрить, колотить, ну сколько можно, блин? Синие шмотки. Ну, хорош, игра. Дай чего-нибудь еще. Я что, многого прошу? Не может такого быть. Так, Гимли. Ну, тут Ори пусть идет, делает. Потому что он советчик. А, буду повышать уровень ему. А здесь Хирган. Ну, вот, пожалуй, и все.
Так, немножко о Ирдзена. Ну, тут удача закончилась. Как вы помните, я вытащил две леги просто. Два легендарных артефакта. Да, теперь тут всякая ерунда будет падать. Ну, советы дают неплохие, конечно. Там, на черного змея. То есть, такие приличные. Но, блин. Все равно никто из них не выпадет. Ладно, обновим за 200. Что-то кейса давненько не было, на самом деле. А, Латхар уважение, да? А кто ему нужен? А, в принципе, любой командир зла. Беру Тиэль. О, Цистаркин. А здесь надо две нежити. Но как бы занят сейчас Латхар. Я его послал на другой совет. Ну, еще одна очередная кузница, с которой ничего не упадет. Так, тут мы продолжаем сражаться на долгобете. Я тут занимаюсь всякими делами. Надо, кстати, еще позахватывать плиточки. А, лимита еще предостаточно. Вот, ситуация на карте у нас складывается следующим образом. Тут Ангмар продолжает давить Гондор. При этом Ангмар сражается еще и с Роханом. Забирает у них земли. Вот. С рунами сражаются роханцы. Вот. Гномы забрали регион, да. Получается, там тоже чистку проводят. Ангмар два региона забрал. Вот. Ну и мы тут потихоньку сражались. Вот. Единственное, что нас тут почистили... Меня тоже почистили, пока я был не в сети. Некий Джонни все никак не может угомониться и продолжает атаковать нас. Сейчас я покажу, где он тут сидит, этот Джонни. Короче, проще по отчетам, наверное. Вот этот Джонни Бой, которому все не имется. У него как бы вся фракция в говне, там уже вот он его форт. Вся фракция в говне пополам распиливается, как бы, а он плитки Мордора чистит. Ну, в общем, ладно, это его проблемы. Значит, по отчетам... да, вот он, кстати, напал. Ну, посланца, понятное дело, Двалин убивает. Это для меня не новость, для вас это тоже не новость. Все прекрасно это знают давным-давно, все это понимают. Плевать. Далее... Ну вот об Халдуна он уже убился, да. Ну это потому, что он пробил посланца. Понятное дело. Так, а эти я показывал, да? Да, эти отчеты я показывал. Они поэтому и отделены. Есть вот такой еще отчет. То есть раненый Халдун. Ну тут не полный Гэндальф, конечно. Но... Ну и вообще он в целом такой себе. Он третьего уважения, но... Человек явно не понимает, что ему делать с этим Гэндальфом. Вот. Ну и снаряжение. Сами понимаете. А потом еще Серый напал. И он не смог убить. Но раскидал. Ну конечно, еще бы он не раскидал. 100 тысяч тут осталось. Вот так Гэндальф выглядит. Ну тоже как бы... Вот смотрю на сборку. Даже вот сейчас вижу, что... Чего-то, блин, здесь не хватает в этой сборке. Забавно. Есть вот такой отчет еще против Теодена. Ну, если бы он не отхилился, плюс-минус равный бой был бы, но... Суть, в принципе, вы видите. Недокачанный титул, не знаю, зачем он качал. Я бы вместо... 5 единиц защиты дополнительных. Лучше взял бы плюс 1 к урону и плюс 5 к ОЗ. Очевидно же, что это лучше. Но Джонни Бою, видимо, лучше знать, как качать Теодена. Так, далее. Это я пополнился, по-моему, да? Да, это я пополнился. Ну вот, собственно, Гэндальф сдох. А, еще вот такой отчет. Да. Потом сдох Халдун. Потому что тот же Двалин напал.
А что у него здесь? Вот этот перк, кстати, свежевание, он такой себе. Если вдруг кто-то считает, что перк нормальный. Во-первых, он 4 раунда работает. Во-вторых, что такое 10% защиты цели? Если тем более вы используете... Ну, он не использует кабанов, которые снижают и так защиту. Ну, вот. Но если играете против эльфов, например, против эльфийских войск, у них и так защиты мало. И получается, что перк он бесполезен. Дай бог там на одну единицу, на две снизится. Отход нормально. Но закрытый шлем не тот перк, хотя нормальный. Скорость марша такое, хилка лучше. Ну, в общем-то, как-то так. Ладно, что у нас здесь сегодня? Ой, блин, я подумал, это волс Жемерас, и я чуть не охренел. Поводья для неумирающего, да? Ну, пойдет. Не знаю, стоит ли их вкладывать или опять в карты. Ну, пока репутации нужны нету. Можно сохранить, в принципе, или реально для карты ставить. Не знаю, даже надо подумать. Так, а тут мне надо купить, получается, ускорялку. Второй сезон, все еще нету обновляемого магазина. Появится он только в следующем сезоне. Там матами можно будет карты брать, нормальную тему. И вот это вот все. Все как всегда. Ладно, в принципе, вот такой вот опять отчетный короткий видеоролик получился. Вчера был стрим по битве воинств, который мало людей посмотрело. Но, как бы, мое дело провести на ВАЗДе. Вот, а там уже кто хочет, смотрит, кто не хочет, не смотрит. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. До встречи.